лучший подарок, сделанный своими руками. А на Новый год беспроигрышный вариант – бутылка игристого. Но в кружке с говорящим названием «Мария Искусница» скучных путей не ищут. На очередном собрании рукодельниц – сложная техника, декупаж, которая украсит любой сосуд. В рамках программы «Активное долголетие» мастерицы уважаемого возраста, сложа руки, не сидят, а загодя готовят подарки на радость близким, себе, на здоровье. У них развивается моторика мелкая. Работают руки, работает голова. И они ходят с удовольствием сюда. У нас два раза в неделю занятия вот, на геологов. Среда и суббота с 3 до 6. И, в принципе, мы даже не могу разогнать их. Свободный от этикеток бутылки холст для фантазии, который предварительно грунтуют акрилом. Дальше в ход идут фото, рисунки, блестки, ягоды или даже кружево. Оно, к слову, может быть собственного производства. Ведь Мария Искусница владеет еще и техникой вязания, а еще вышивки лентами. Возраст – не помеха активности. Я все время приглашаю. Вот к нам приходила врач. Ей 90 лет. Она 40 лет провела на работе врачом в Ярославле. Она пришла к нам на праздник мам и день пожилых людей. Вот 90 лет – это человек такой позитивный. А что дома-то сидеть и на лавочке? Ля-ля. Лучше сюда прийти, мы здесь общаемся. Результат творческих трудов порадует друзей и близких в празднике. Для активных долгожителей 28 декабря в клубе «Досуг» проведут новогодний огонек. Впрочем, повод для интересных встреч здесь всегда есть. Например, регулярно отмечается День геолога, потому что учреждение в Опалехе расположено на одноименной улице.